Турбовлог. Первый. Наступило утро. За окном хмурый Питер. На окне письмо. Письмо мне. Нужны деньги. Иду в ванну. Умываюсь. Отлично. Кормлю собаку. Вторая и так сытая. Готовлю завтрак. Делаю зарядку. Кого я обманываю? Сажусь завтракать. Захожу на канал. Читаю комментарии. Лучше бы не читал. Денег нету. Ищу идеи для ролика. Опять болит спина. Срочно нужно хорошее кресло. Кресло нашел. Денег не нашел. Пишу сценарий. Ничего не выходит. На улице дубак. Завтра будет теплее. Денег по-прежнему нет. Что-то тут не так. Жду перевод от заказчика. Деньги поступили. Заказываю кресло. Настроение улучшается. Пишу сценарий. Пришло время обеда. Юлька купила колбасу. Белорусскую. Надо попробовать. Голод побежден. Зуб не побежден. Придется пить таблетку. Нужно ехать в Минск к стоматологу. Жена просит денег. Перевожу ей на карту. Вспоминаю, что нужен штатив. Ищу что попроще. Нашел. Денег опять нет. Беру заказ на фрилансе. Углубляюсь в работу. Пришла дочь со школы. Я рад, но работа не рада. Соблазнил дочь на мультики. Пора снимать ролик. Создаю кадр. Создаю свет. Настраиваю кадр. Настраиваю свет. Ролик отснял. Класс. Меняю фон. Ставлю на рендер. Играю с дочкой. Играю с собакой. Отрендерилось. Теперь монтаж. Готово. Можно сохранять. Заливаю на YouTube. Вот и все. Собака ломает мне мозг. Она ест хурму. Приходит курьер. Приносит посылку для дочь. Открываем посылку. Оказалось, что посылка для жены. Дочь расстроена. Жена довольна. Дочь плачет. Жене стыдно. Наступил вечер. Пора монтировать влог. Турбовлог.